Есть такой замечательный гриб лисичка. Он очень красивый, он очень интересный. И у него есть интересная особенность. Он никогда не бывает червивым. Чем объясняется интересная эта особенность? Кроме определенного полисахарида, гриб лисичка содержит еще такое вещество, как хиноматозу. Хиноматоза – это действующее вещество гриба лисички, определенное вещество, которым хиноматоза богата. Этот факт известен очень давно. В 50-е годы Финляндия и некоторые страны Бенилюкса современные и сейчас закупали, закупают и раньше, с 50-х уже готов, закупали лисичку для применения ее на зверофермах. Вот эта самая хиноматоза, которая уничтожает глистов и улучшает качество волосяного покрова, ее применение значительно улучшает качество меха норок. И для этого норку и кормили, и кормят, вот, выращиваемую в питомнике, кормили и кормят грибом лисичка. Лекарством из нее. Это лекарство должно быть максимально приближено к сырой. То есть оно должно быть обработано, высушено без перегрева. Использование спирта, использование соли, уксуса делает грибы бесполезными для лечения. Вкусными, но бесполезными. Сырой гриб является самым полноценным лекарством. Единственное, что плохо, короткий сезон. Вот натуральные препараты, их особенность в том, что они посезонны. Есть сезон, есть особые способы приготовления препарата. Это вот немножко затрудняет приход к каждому пациенту этого препарата. Хиноматоза лисички способна не только убивать паразитов, она способна растворять еще цистые яйца паразитов. Это единственное лекарство противопаразитарное, которое убивает не только взрослых особей. Противопаразитарных вроде бы много. И они достаточно вот хорошие. Взрослых особей они убивают надежно. Но через какое-то время болезнь возвращается и неуклонно возвращается и возвращается. Почему? Потому что паразиты приспосабливаются, они плодятся миллионами и в разных формах, в виде цист, в виде яиц, могут сохраняться и переживать прием любых противопаразитарных. Но с лисичками такой номер не проходит. Хиноматоза лисичек способна расщеплять любые формы паразитов и тех, которые у нас проживают, и любых тропических. То есть пациенты, которые работали, отдыхали где-то за рубежом и привезли домой экзотических паразитов, спокойно могут от них избавиться, и это практически проверено. При этом никаких плохих свойств, никаких побочных действий у лисички нет. Полисахарид лисички вкупе с хиноматозой способен еще не только не имеет побочных действий, а способен еще и оздоровить организм. Способен лечить желудочно-кишечный тракт, восстанавливать клетки печени. То есть такой гриб, как лисичка, можно использовать даже носителем гепатитов С, В, А и больным циррозом, больным с опухолями печени, больным с аллергией. В общем, очень много заболеваний, при которых лисичка может быть использована. И даже трихологом. Трихология – это наука о волосистом покрове человека. Так вот, даже трихологи имеют на лисичку виды. Доказано, и это еще нуждается, собственно говоря, в практическом применении, потому что это научно доказанный факт, что хиноматоза лисички способна восстанавливать волосяной покров. Это очень интересно. Вот были попытки создать, и этот препарат был эффективен, создать препарат на основе лисички, который мог лечить выпадение волос и даже уже лысину, по сути дела, попытаться зарастить возможностями самого организма, а не наружно там присоединить, как-то вживить волосы. То есть такой гриб, нам хорошо известный, очень вкусный, как лисичка, может быть использован как лекарство. Что можно еще сказать о лисичках? Только вот все хорошее. Противоглистный, печеночное средство, желудочно-кишечное средство, средство против облысений и любых заболеваний волос. Как противопаразитарное, его можно использовать даже при таком распространенном заболевании, как демодекс. Обычно это заболевание лечат наружно, но свойство клеща демодекса в том, что он живет в глубоких слоях кожи. И наружно сложно лекарству попасть. А вот изнутри, с притоком крови, вот такой препарат, как лисичка, может быть использован очень широко.